С понедельника в Тюмени для проведения ремонта сузят участок Пермякова от автовокзала в сторону геологоразведчиков. Там заменят деформационные швы. Это специальная конструкция, которая служит для снижения нагрузок на дорожное полотно в местах интенсивного движения. Ограничение будет действовать с 14 по 24 августа. Из-за этого возможны заторы. Ожидаются они и на участке улицы 50 лет Октября в районе пересечения Сваровского в сторону от центра города. Там до 19 августа сужена проезжая часть. Скорость ограничено до 20 км в час.